Всем привет, с вами снова Дэнсо50, и сегодня мы продолжаем, летсплеить. Я продолжаю игру под названием Nights in the Dreams, да? Вот, игра для своего времени, замечательный график с замечательным геймплеем по сей день, который довольно-таки уникален, как вы уже, думаю, увидели, да? Вот, и довольно классным, очень классным саундтреком. Вот, я тут более-менее уже приноровился, пока пытался пройти этого босса у мальчика, да, второй уровень, вот где босс пытался пройти, когда вот я там уже немножко приноровился так играть, вот, и поэтому я понял всю суть, да, то есть мы собираем вот эти сферки, можно их, нужно постараться их собрать как можно больше за один раз, вот, чтобы как можно больше их бабахнуть в эту вот как раз сферу, которую нужно разбить, да. И вот сейчас, собственно, что я сейчас вот и сделал, да, все, по сути, то есть все пройдено. Вот это у нас будут бонусные эти, да, так, у нас звездочки, и звездочки, я, правда, так и не понял, что они дают. Ну, думаю, если мне получится собрать их довольно-таки много, достаточное количество, да, то я узнаю, наверняка я узнаю. Так. Вот. Смотрите, сколько у нас тут много всего красивого, да? Вот. Музыка, как повторюсь, она правда крутая, мне нравится. Вот, вообще, то есть музыка во всей этой игре, она какая-то такая прям, не знаю, ну, завораживающая, наверное. Вот. Да блин, хватит меня стрелять, успокойся. Еще тут появились какие-то стрелялки. То есть, как вы видите, да, меня тут стреляют, летают, стреляют. Меня убивают, стараются меня убить, но убивать-то их... У них у меня не получается. Вот, и... Because I'm alive. О-хо-хо-хо-хо-хо. Да. Так, вот, все, думаю, этих сферок будет достаточно. Так что ж, летим к этой шняшке. Да. Где она? Вот она, наша красавица. Все. Великолепно. Ну, осталось лишь долететь нам до... так сказать, финиша. Не совсем до финиша, а скорее до чекпоинта, с которого мы начинаем третий уровень. Вот. Так. Сферки никогда не будут лишними. Иногда они могут спасти жизнь. И не парить мозги по поводу своего долбанного существования. Да, то, что придется проходить целый круг, иначе тогда. Вот. Что это такое вообще? Ой, я куда-то попал. О, это офигеть, это звездный рай. О, да. Это было шикарно. Это была была красота такая. Ой, где сферки-то? Я что, их все просрал, что ли? Не может такого быть. Так, неведомые хрени, отвалите от меня. Так. Ой, сферки не хватило. Хотите их колотить? Блин. Целый круг. Так, черт, главное успеть, ребята. Все, я полетел, все, мне все равно, в принципе. Так, на этой сфере главное сейчас вовремя успеть, потому что если я не успею, то это будет ужасно, это будет просто очень ужасно, это правда будет нехорошо. Ой, я походу не успею. Все, лети. 10 секунд. Черт. Я успею. Пожалуйста.
Хоть бы я успел. Нет. Чуть-чуть не долетел. Ну идите вас колотить. О, ничего я тут натрюкачил. Так, и последний у нас уровень, да? Вау. Вау. Так страшно даже немножко. Так, фак. Так, сферы-то вы мне запилите, это чё мне? Ваши звезды. Звезды это, видимо, как раз просто очки уровня, мне так кажется. Так, я не понял. Чё вообще за дела? Чё вообще такое-то? Не нравится мне так летать. Ребята, давайте завязывайте с такими делами, хорошо? А ужас. В этой игре вот такой вид, пожалуйста, самый ужасный. Какого? Я ж не задел. Что, они издеваются, что ли? Они издеваются? А, нет. Это я тупой. Так. Времени не хватит, чтобы успеть. Опять не хватит, потому что я тупой. Вот. Так, сразу летим сюда, куда-то наверх. Да. Вот здесь вот. Нет, пожалуйста. Да. Идите вас колотить, я долетел. Это было бы самое жесткое, если бы я не успел бы. Но я успел. Я смог. Так. Все. Сейчас у нас будет боссище. Барбосище. Сейчас на Д, да, на Д. Я не сомневался, что я на Д прошел, потому что... Думаю... Воу. Что это за дела? Опа. Опа. Вверху брюхо плавает. Да блин. Где она? Вот на этом уровне. На. Здесь вот. Ой, ниже что ли надо было? Или что, я таки не допер. Ладно. Сейчас бомбим ее, эту рыбу. Рыбище драное. Ниже, опять ниже будет нужно было. Да что ты будешь делать? Нет, мне не прёт. Так, ладно. Вот сейчас вот. На. Все, убил, победил. Да, смотрите. Ура, я прошел босса с первого раза. Это так мило, это так не. Мне нравится боссов проходить с первого раза в этой игре, потому что тогда не надоедает переигрывать 100 раз одно и то же. Вот. Да, правда так круто. Я рад. Вот. Да, это хорошо. Угу. То есть у нас остается по 2 уровня. Или я что-то, не знаю, может быть я что-то путаю. Ну да ладно, давайте посмотрим. А, в общем, я посмотрел, что у меня там отснялось только 10 минут.
Вот, так что, думаю, сыграем еще одну локацию, если не получится босса пройти. Я опять же постараюсь его перепройти. Но не факт, что это получится. Но, тем не менее, все же я буду стараться. Я ведь хочу пройти эту игру. Не просто же так я в нее играю. Вот. Ладно. Что же мы тут болтаем? Важно, если можно просто взять и полететь. Как Карлсон в свое время. Так, вот. Замечательно. Тык. Угу. Окей. Так, вот это очень опасные такие. Ой-ой-ой-ой. Так, кстати, в игре довольно-таки классно сделано, что время это единственный враг. Вот, потому что действительно. Ой. О, утащил меня ко дну. Сволочь, ублюдок. О, карточка. Что ж, теперь бомбанет. Все. Круто. Я рад. Я молодец. Вообще хороший мальчик. Ой-ой-ой-ой, да что ты, успокойся. Найс. Я перелетел начинал. Вот. Прекрасно. Теперь начинается второй уровень у нас, да? Вот уровень нам Бату. Тихо, стой, 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 стой. Успокойся, успокойся. Да блин, ладно. О, все. Прекрасно. Обманул засранцев. Так вот сделаем. Ой, меня обратно что ли послали? Писюны. Так, пока что мне обратно точно не надо. Я еще не собрал достаточное количество нужных сфер. Кстати, я помню, когда я вот эту игру впервые увидел, да? Вот, я думал, что она вышла на Sega Dreamcast. Вот, потому что, я помню, одного летсплейщика раньше смотрел. Скотти Ждак, по-моему, как-то так. Ну, когда, как смотрел? Это первый летсплейчик, пожалуй, которого я вообще увидел на ютубе. Вот. Это было в далеком каком-то 2009, наверное, году. Вот. Не помню точно. Ну, где-то район 2009 года, да. Вот этот чувак, то есть он сначала проходил Шенму, собственно, из-за чего я и смотрел его. Вот. И, собственно, потом он начал играть вот в эту игру, я думал, что она на Dream есть, типа это как я, то есть, типа, скачаю, поиграю, потому что она мне как-то понравилась, честно. Вот, но, как я не искал, на Dream толком не находил. Вот, а что такое Sega Saturn, я в то время вообще не знал, я узнал о Sega Saturn где-то году, где-то через год. Вот, и понял, что эта игра уходила на нем. И думал, эх, офигенные ж приставки делали. Потом еще я помню, знал, что Шенму хотели тоже на Сатурн сделать. Вот. Если бы Шенму сделали бы на Сатурн, я бы не узнал бы о такой бы замечательной игре. И, возможно, я бы сейчас был бы типичным школьником, графа-дрочером, который играет в Counter-Strike. Да, вот. Просто, не знаю, чуть ли не молится Infinity Ward создателям Call of Duty как богам, чтобы они сделали новую часть. Вот. И, собственно, презирает вообще old school. Вот. Кто меня знает? Может быть, оно так бы и было. Так, все. Прошел тут все сверки за этого, да? Все, круто. Милота. Вот. Так, четвертый уровень начинается. Never mind. И не думай. О чем мне думать? Йо, выпусти меня из этого круга. Что тут у нас будут? Чудеса на виражах. Ох ты ж. Вон он. Вообще, блин. Ха-ха. Вот это замуточки тут у нас пошли.
Ой. Если бы тошнягом упало бы прям на меня. Просто вот знаете, как-то... Мне, вот, мне нравятся люди, которые любят old school, да. То есть у меня, конечно, в классе есть народ, так сказать, который помнит, да, Денди, да, но именно не уважает их игры уже. Сейчас говорит, что это убого. Может быть, вот. Кто-то говорит, что консоли говно, хотя консоли они рулят. Если бы не консоли, этих долбанных игр бы на ПК бы даже не было бы. Потому что все игры на ПК, они, естественно, сначала делались на консолях. Вот, и знаете, странно то, что я единственный у себя, по сути, в классе был. Сейчас у нас классы переформировались, так что все, сейчас хорошо, теперь у меня в классе есть парочка консольщиков и людей, которые уважают old school, среди которых Анизик, наконец-то, да, мы с ним попали в один класс, вот, до этого мы были с ним в разных классах. Вот, ой, веселуха тут прям. Так, вот, я малым вот этим вот еду, качусь, верчусь, там, запутаться хочу, что-то там. Так, вот тут, ба, блин. Нет, сейчас все сферы просру, да. Это было великолепно. Смотрите, я думал, он, ну, кактус там, не знаю, жопе больно сделает или еще что-то, а он это, вообще нормально. Сейчас вот самый у нас, пожалуй, долбанутый момент. О, кстати, на С прошел, я молодец. Конечно, я молодец. Ой. Чё это такое? Ой, это уже прям Sonic и Shadow. Да чё с тобой делать-то? Ты где? Всё, что ли? Я что-то даже не понял, что произошло, каким образом я его победил, я его просто пинал. Ну ладно, я рад, что я прошел босса с первого раза, потому что я не люблю переигрывать. Да и к тому же уровень на С пройден, так что все замечательно. Да? Ведь на С, все. Стик каньон. Палочный каньон, что? Ну, в общем-то, хорошо. Вот, я очень рад, что я прошел. Вот, так, чё? Угу. Да, это плохо. Смотрите, я у него все уровни на С прошел, кроме первого, да? Первый думает, не проблем будет перепройти на С. Может быть, даже на больший раунд. Вот здесь Д, и вот у нее вообще все придется глобально перепроходить. А, вот, потому что, блин. Ладно, в общем, не беда. С этим мы разберемся потом. Ну а с вами был Dan150. Вы смотрели Let's Play на игру Nights into Dreams, конечно же. Вот, всем удачи, всем пока и всяких няшностей. Да, именно так.